фанатов Pop MMA. Это финал самого нашумевшего спортивного шоу Hype Reality. Вы ждали этого с нетерпением, и поверьте, ожидания были не напрасны. Харун Базиев против Тимура Никулина. Они несколько месяцев жили под одной крышей, дружили и ссорились, но одно оставалось неизменным. Борьба за 10 миллионов рублей и звание чемпиона Hype Reality. Перед началом нашего поединка мы выражаем огромную благодарность генеральному партнеру компании Винлайн. Он может стать и вашим денежным партнером, если вы хорошо разбираетесь в спорте. Регистрируйтесь в приложении Винлайн по промокоду HYPE и забирайте до 10 тысяч рублей на первую ставку. Узнай, какая бесплатная ставка выпадет тебе. Представляю вашему вниманию судейскую бригаду. Главный судья Артур Шайхов. Боковые Милана Зайцева и Кирилл Касьян. Рефери в октагоне Мартан Мурадов и Дмитрий Валуевич. Ну а мы готовы к началу большого финала. В синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана Тимур Никулин! Красный угол клетки приглашается его соперник из Нальчика Харун октагона. Ему 27 лет. Рост 1 метр 80 сантиметров, вес 77 килограммов ровно.
Один из самых известных бойцов в мире по ММА. Он вылетел из реалити, но волю судью показался в финале. Его рекорд 15 побед, 5 поражений, 1 ничья. Тимур Архангел Никулин! Его соперник — боец в красном углу. Ему 24 года, рост 1 метр 72 сантиметра, вес 77 килограммов ровно. Он мастер спорта по боксу, победитель гран-при Hype Fighting. Он не знает поражений уже 1.5 года. Его рекорд — 9 побед при 1 поражении. Харун Бозиев! Рефери в октагоне Дмитрий Валуевич. Бойцы на середину. Парни, правила знаете, внимательно слушаем мою команду. У вас 5 раундов по 2 минуты. Покажите красиво. И главное, честно, вы руки пожали. По углам. Итак, друзья, мы начинаем то, что уже давно ждали. Финал Hype Fighting Reality. Харун Базиев против Тимура Никулина. Работать с вами буду я, Виталий Тарасов, и мой коллега Роман Сафронов. Смотрим. Да, добавлю, что с огромным удовольствием, потому что когда-то это должно было случиться. И, наконец, сегодня мы станем свидетелями финального поединка. Поехали. Начинается с джеба Тимура Никулина. Поддавливает Харун. Очень легкий на ногах. Да, мы видели, вот когда они уже стояли перед началом поединка, демонстрировал Харун, что он будет двигаться. Ну и, кстати, видно, что он и в форме сейчас. Ух ты! В форме лучше, чем был в последнем бою. Подзацепил немножко Никулин, но тут же его провоцирует и издевается немножко Харун Базиев. Сам с левой, но там больше по блоку пришелся. Да, и непонятно, все-таки непонятно, кто же здесь фаворит. На близкую дистанцию, нарочито. Да, мне кажется, там зацепил немножко Никулина своим боковым. Да, и на вот короткую дистанцию заходит абсолютно совершенно специально Харун Базиев. Сейчас опять ищет возможность. Через руку бросил, но нельзя бить по затылку. Успокоились. Шаг назад. Извиняется Тимур. Очень недоволен этим Харун Базиев. Да-да, все, я думаю, что сейчас полный вниз, порядок вниз будет. Спустись. Да, тут видно, что со стороны Харуна уже к сетке вылезли секунданты. И Дмитрий Валуевич показал, что не нужно. Смотрим продолжение. Через руку в очередной раз, уже дважды пытался Харун Базиев. Тяжело пробивает Никулин. Левый боковой периодически пролетает. Раскачивает Базиев, ищет. Еще вот один. Хорошо. Хорошо в атаке. Да, плотно. Не падает. Нельзя же бить оверхенд, насколько я понимаю. Нет, отсчитывает. Отсчитывает Валуевич. Ой-ой-ой-ой-ой. Не стоит на ногах Тимур Никулин. Плотно попал Харун. Я думаю, что давно Никулин не был в таком положении. И еще один бэкфист пролетает выше, отжимает от себя. Растаскивает на дистанцию Дмитрий Валуевич, и заканчивается раунд. Интересно, вот. Интересно сложился момент в этом раунде. Мы не видели, просто с нашей стороны не было всем видно, как же он попал Никулину, но было очень опасно. Да. Жаль, нельзя посмотреть повтор сейчас. Увы, очень хотелось бы. Да, можно бить бэкфист, конечно. Есть что там порассматривать. Нормально. Ну и как, конечно, был потрясен Тимур Никулин. Еще раз. Нет, какая разница, вы делаете свою работу. Там секунданты есть. Что случилось? В смысле нельзя быть? Всю жизнь били бэкфист, всегда все время были. На хайпе все время бэкфист. Артур, время. Секундант, выходим. Выходим. Шаг назад. Шаг назад. Возвращаемся шаг в поединок. Шаг. Второй раунд. Шаг назад. Этого невероятного боя мы видим, насколько заряжен Харун сейчас. Стой, тайм, тайм. Да, энергии там как буквально мы, на собой, еще несколько боев точно. Да, за один вечер. Можно еще отметить, что Тимур Никулин бывал не раз второй в раунд ситуациях. И из них всех он выходил с высоко поднятой головой. Это очень терпеливый парень. И увидим, что же сегодня у нас может показать. Еще раз через руку. Ой, как тяжело насовывает Харун.
И жестко пробивает еще с короткого расстояния Тимур Никулин. Но это, конечно, все не сравнимо с тем количеством, которым выбрасывает Харун. И самое главное, попадает Базиев. Двигаются, двигаются бойцы. Хорошо, сейчас Никулин. Пуская по защите, но Харун почувствовал. Нельзя застаиваться. Дистанция. Нужна дистанция Тимуру Никулину. Здесь, с близкого расстояния, Харун очень здорово будет работать. И много раз это показывал. Опасно идет Никулин. Открыта у него голова. А корпусом здесь защищался. Харун опять показывает, что... Или по затылку. Еще раз. Жестко. Никулин попадает боковым еще раз. Да, коротенько так получилось. Еще умудряется разговаривать в то время, как клинчуют парни. Подмигивает Харун своему углу. Он все в порядке. Но у него действительно полный порядок. Пока никакой... Открыто идет Тимур очень. Местами прям видит Харун, что сейчас будет делать его оппонент. Да, и в общем... И готовит атаку. Вот опять видите, как сейчас отзащищался Харун, предвидел его движение. Ну и психологически очень давит, конечно, когда Харун вот так вот, да. Вымахиваешься, когда промахиваешься, когда нет вообще даже просто по блоку попадания, это очень сильно эмоционально дезморалит. И вот здесь есть все-таки попадание по корпусу несколько раз. И полетел вперед Харун. После остановки, потому что работает Никулин. Нельзя подставлять голову. Сейчас на Харуна. Я тебе говорю, не ныряй голову вниз. Не нельзя ныряй. Ниже пояса, не опускай. И концовка этого раунда. Последние мгновения. Тимур, не спеши. Тоже, кто же заберет концовку? Да, безударная она вышла. Разошлись. И главное, что стоит напомнить, что этот бой имеет регламент 5 раундов. 5 раундов по 2 минуты. Так что это пока только второй. Да, и по такому течению, конечно, еще очень много что может произойти в течение этого поединка. Видели мы и тяжелейший нокдаун. Очень много попаданий. Посмотрим, что будет дальше. Секунданты, 2 секунданта. Выходим, выходим. Время. Время, время, выходим. Шаг назад. Шаг назад, сделай до конца. Стоим, стоим, ждем команды. Необходимо отойти на положенное расстояние, показывает Дмитрий Валуевич, пока клетка не закроется. И вот только сейчас можно. Экватор боя. 3-й раунд. Посмотрим. Сможет ли Тимур сейчас переломить этот бой? Однозначно Тимур делает правильную работу, когда вот так работает в клинче, работает где-то грязно. Потому что с более высококлассным спортсменом, так сказать, ну в данном случае более мастеровитым боксером, да, как Харун, вот так и нужно искать свои моменты вот в таких эпизодах. Дергает Базиев, опять проваливает. Очень легкий на ногах, промахивается здесь. И вот на выходе. Опасно сейчас Базиев закрывал своей левой рукой эту атаку. И вот вновь работа от Никулина. Прижал. И... Здесь Валерьевич показывает, что это просто эпизод, а не нокдаун. Очень хорошо опять навстречу пытается поймать идущего вперед Никулина. Здорово. Вот здесь машет. Еще один. Бэкфист. И показывает, что не было нокдауна. Валерьевич, надо продолжать. Ой-ой-ой, падает, падает Харун Базиев. Недоволен тем, что происходит, но нет нокдауна, насколько я понимаю. И берет время Валуевич топ-тайм. И опять показывает, что очень низко нагибается Харун. И он показывает ему, что если еще раунд будет продолжаться, то уже будет снят бал. Нужно сейчас Харуну максимально следить за тем, что он делает, чтобы с него не сняли этот бал. Смотрим. И она всего голову выше. Нужно держать. Держи, руки, да, держи. Но такая манера у Харуна работает, что часто он опускается при своих атаках. Вот. Здесь опять с короткого расстояния пытается попасть Никулин. Придерживает левой рукой, бьет правой. Клинч возле сетки. И растаскивает опять парней Валуевич. Какой валидольный все-таки нервный поединок получается. Но все-таки это финал, и на кону стоит целый призовой фонд. Снимает бал с Харуна. И я вижу, что угол Харуна недоволен этим. Врач! Да. И зовут врача Тимуру Никулину, как я понимаю.
Да нет. Не-не-не, все в порядке, говорит Никулин. Все нормально, тайм. Кулуевичу, хотя нет, все равно доктор заходит. Сейчас проинспектирует состояние Никулина на предмет перелома носа, я так понимаю, сейчас смотрят внимательно, все ли в порядке, можно ли продолжать. Нет, убирает, отвергает, вернее, помощь. Тимур Никулин. Да, и все, и можно продолжать. Перекрестился Тимур. Ну что ж, смотрим, что будет дальше. Летит, летит вперед Харун Базиев, сразу слева пытается атаковать. Опять да. Низко держит голову. Я думаю, что понимает Никулин, что, возможно, Базиев, как он поменьше, просядет в дальних раундах. И вот это вот постоянное нависание, этот клинч, он как раз забирает очень много функционала у бойца. Жестко. Оба пытались попасть. Неплохо преуспел. Один раз как минимум Никулин. И здесь очень тяжело начинает бить. 10 секунд. Ой-ой-ой, локтем ударил, по-моему, сейчас не заметил, кстати, этого. И сечка какая. Да, сбоку левого глаза, но она не будет мешать ходу поединка, и я думаю, что из-за этой сечки бой не будет остановлен. Интересный, действительно валидольный поединок получается. Ну, какой-то супер драматичный, честно говоря. Вот бывает атмосфера... По законам хайфайзинга. Совершенно драма шоу. Да, и здесь нависает вот это напряжение в воздухе, потому что очень много людей в углу. У Харуна Базиева... Да и не меньше поддержка у Тимура Никулина. То есть здесь все серьезно. Да, есть нарушения, есть очень драматичные попадания. Нокдаун, если вот так мы сумму впечатлений соберем, даже уже за то, что увидели. Да, ну и напомню, что помимо гонорара бойцы получают призовой фонд. Я не помню. Не могу сказать точно какой, но бойцы получают призовой фонд, который положено финалисту High Fighting Reality. То есть на кону стоит что-то больше, чем просто гонорар. Ну, за это стоит порубиться, безусловно. Что парни с удовольствием и делают. В целом... привели в порядок, обратите внимание, Тимура Никулина. Сейчас его крупным планом покажут. Сечки как будто бы и не было. Да, и был нокдаун, мы помним, причем плотно пал Харун в первом раунде. И как Никулин мужественно продолжает поединок, смог уже даже частично его переломить. Четвертый раунд. И третий раунд был не настолько однозначный, как второй и первый. Низко опять держит голову Харун, отстреливается то по корпусу, то по голове, а вот Никулин прям прицельно пытается ударить. Да, и мы напомним, что в прошлом раунде с Харуна сняли очко, что, так, один балл точнее, то, что также вносит интриги в этот поединок, когда будет финальный подсчет. Один балл и нокдаун со стороны Никулина, в принципе, так да, уравнивают, но будет зависеть от того, кто же забрал тот раунд прошлый. Да, тут считать только судьям. Опять в челноке работает Никулин. Левая рука спереди. Встречает. Хорошо, Харун очень хорошо. И тут же Никулин перкотом. И еще засовывает Никулин. Как же с короткого расстояния. Ой, очень как здорово тяжело. Бил. А вот нельзя, кстати, Базиеву головой. Да, именно поэтому он сейчас получает замечание устное от Валуевича. Можно продолжать. Опять здорово. Но там в блок все от Никулина. И здесь опять есть клинч. Да, и насколько же Тимур Никулин сейчас меняет ход поединка. Стоп, стоп. Нельзя прихватывать шею, так, нужно отпустить. Не ныряем. Пой. Вращаемся обратно. Ой, как хорошо. Попытка Бэкфиста была со стороны, очень тяжеловато работает Базиеву. Закатывают ребята. Поджимает, поджимает Никулин, здесь прихватил. По корпусу пытается поработать. Да, парни показывают уровень в этом бою. Шаг назад. Шаг назад. Да, не может отойти Харун Базиев. И насколько казался односторонний, на мой взгляд, бой в первом раунде. И как меняется он сейчас. Ой-ой-ой, на, по-моему... тяжело попадает как. И начинает добивание в своем углу. Да, отсчитывают Харуну. Отсчитывают Харуну. Я не согласен все-таки с тем, что... Из-за общая усталость, да? Это по совокупности просто уже упал. И я думаю, что, наверное, стоило отсчитывать нокдаун, потому что тяжело уже передвигается, но продолжает идти вперед. И размен какой в центре. Да, смотрится посвежее Тимур Никулин. Вновь на челноке. Здесь по корпусу достал. Левый добавил, правый затем. И еще сверху. Ой, как плотно попадает. Жестко добивает Тимур Никулин. Ой, как плотно. Несмотря ни на что, слева и справа. И опять падает Харун Базиев. И отчитывает Харуну. Как же переламывает бой Тимур Никулин. Отойди от него. 6, 7, 8. Готов?
Да, все в порядке. Только после того, как досчитал до 8, Дмитрий Валуевич, сразу же хлынули люди к Хронобазиеву для того, чтобы привести его в порядок. И сейчас мы увидим еще один раунд. Тяжеловато приходится сейчас Хруну. Очень много ударов он съел на протяжении, наверное, последних минут в раунде. Очень-очень много пришлось потерпеть. Вот на ногах Тимур Никулин. С ним относительно все в порядке, даже несмотря на то, что он пропускал тяжелый нокдаун. Уже как будто бы совсем все позади. И иной рисунок поединка. Совершенно иной рисунок поединка. И как я уже отметил, как изначально казался бой, да, как он будет складываться, и каким мы видим его сейчас. Все-таки нужно отметить, что очень волевой боец Тимур Никулин. Потому что во время второго раунда мы отмечали, как часто он мазал. И это же психологически тоже сказывалось. Совершенно верно, конечно. Но он не сдался, он продолжил делать свое дело. Свою работу, и она начала приводить к успеху. Да, попал раз, попал два, попал три. И вот уже мы увидели два нокдауна в конце, наверное, предыдущего раунда, если... Пятый, решающий раунд. Теперь двигаемся дальше. Ну что ж, финальный раунд этого невероятного поединка, по-другому не назовешь. Смотрим. Просто надо отработать раунд. Я вижу уже менеджер Хруна Базиева. Кричит, как ты его выиграть не можешь. Все на нервах. Мы видим, как много людей подошло к октагону. Болельщик как с одной, так и с другой стороны. Попадает Никулин джебом. Пристреливаются уже. Но и стоит отметить, что Хрун практически не двигается на ногах, как он делал в самом начале. Потому что тяжеловато. Эмоционально он устал. Да, если бы он это продолжил делать сейчас, было бы очень сложно. Да, Никулин мы еще не видели Хруна Базиева в таком тяжелом положении. Но пока вот как будто бы такую паузу своеобразную берут и тот, и другой. Джеб... Но он за счет дистанции Никулин достает этим джебом и держит именно ту дистанцию, с которой достает именно он. Но ищет один ищет удар. Один удар. Да. Но так делать нельзя, потому что... И показывает Харун, что мимо. Добавляют шоу, ребята. Снова джеб. Постоянно достает этим джебом своего оппонента Никулин. Пытается с дистанции и промахивается сам. Вот видим и похожий буквально рисунок, как в самом начале буквально. Да-да-да. Это вот действительно наполнен драматизмом бой. Самому тоже тяжело уже Никулину выбрасывать большое количество ударов. Не те уже силы. Да, но Никулину нужно работать, потому что пока непонятно все равно. Судьи могут посчитать в одну и в другую сторону. Нужно забирать концовку. Двигается Никулин, пытается достать с длинного крюка. Снизу не получилось. Здесь опять же встает зал. Ой, хорошо подловил Никулин. Это просто потеря равновесия. Никакого нокдауна здесь быть нокдауна не может. Не было, но подловил. И здесь достал двойным джебом. Добавил еще с правой руки. Приближается Базиев. Работает по корпусу. Низко опять опускает голову. И все. Заканчивается пятый раунд. Что ж, ждем решения судей. Я думаю, сейчас все в этом зале встали и ждут этого решения. Кто же заберет финал Hype Fighting Reality? Ну и стоит отметить, что на территории нашей страны таких подобных реалити было не так много. Достаточно успешный проект получился. Об этом говорили все. И не менее интересным получился финал. Ну, он действительно был громким. Громким, скандальным, интересным. Это было очень сложно парням находиться в одном помещении друг с другом, затем драться, затем устраивать все-таки какие-то взаимоотношения, да, какие-то бойцы менялись, приходили, уходили, но в итоге финал мы получили на заглядение. Что ж, ждем решения. Еще раз. Не надо мне говорить, что я неправильно посчитал. Не надо. Давай, пожалуйста. Не надо. Ты что, экстра-раунд? Нет, какой экстра-раунд? Бойцы на середину! Харун, Тимур, давай. Дай руку.
На середину. Финал самого громкого спортивного шоу Hype Reality продлился 5 полных раундов. Победу единогласным решением судей одержал боец синего угла Тимур Архангел Никулин. Тимур. Да, он скажет, он сейчас и скажет. Продолжил бой все эти 5 раундов. Не чувствую, брат, вот блок! Узбекистан, алгар, как говорится, никто меня верить не верил, кроме Бога. Спасибо Богу за то, что я победил. На это посмотрите, 10 миллионов рублей. Хата! Также хочу сказать вам, что только в Тайпа ровно на 6 миллионов я покупаю. И не хочу, чтобы Альфредо здесь больше было, сделать с ним бой. Также эту победу я посвящаю Хэтагу Цапанову. Спасибо тебе, Хэтаг, за то, что дал участвовать. Спасибо моему углу Константину Михайловичу Крышкову, Бычкову Владимиру, Бесятиной Кристину, Вячеславу Соколову и, конечно, неповторимому Магомеду Хамзату. Покажите, покажите, кому говорю спасибо. Всех покажите. Всех спасибо тем, кто не верил в хейтеры. Наконец-таки вы меня полюбите. Я просто не сдаюсь и иду вперед. Узбекистан, алга. Как говорил раньше Хамас и Сикамас. Ассаламу алейкум, всем всех приветствую. Да, куда, встань, куда? Встань, встань. Сюда. Сюда зайди, слышишь, сюда зайди. Тормози, брат. Брат, смотри. Не, ничего. Я дичу. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Нальчик, ассаламу алейкум. Бабукен. Хотел бы поблагодарить мне близких людей, которые рядом всегда, несмотря ни на что. И да, моим родственникам хотел бы салам кинуть, благодарности закинуть своим родственникам. Битирову Али, большое спасибо. Мичукаеву Аслану и Антону Атмурзаеву. Большое спасибо. Ислам, Бичел, Тигр. Да, и, конечно, хотел поблагодарить моего тренера. Это Чочаев Зафир. Он, его, да, к сожалению, сегодня с нами нету. Он в отъезде. Ему большой салам и теплый. И, да, Никулин, Тима, по затылку не бей. Вот я пропустил удар по затылку. Вот здесь он, где судья? Он считает там. Где он? Он посчитал. Я ему говорю, нету. Он считает. Я не знаю, он вообще неправильно сделал. Зачем? Ну, мы вроде знакомы. Ты неправильно сделал, ты это знаешь, брат. И да, Тима, момент один. Я не знаю, ты считаешь себя сейчас победителем. Это смешно даже. Знаете почему? До выхода. Я с больницы вышел, я никому это не сказал здесь. Я с больницы выписался, приехал сюда, встал с ним на бой. Я поэтому так похудел очень сильно. У меня хронический бронхит, как я лежал в больнице, мне позвонили, сказали, я прям с больницы вышел, сюда приехал.